Соревнования по боксу, посвященные памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода Александра Малунцева, проходили в Центре единоборств с 5 по 7 мая. В этом году традиционный турнир прошел в статусе открытого чемпионата области и первенства региона среди юниоров 17-18 лет. В разное время в этих соревнованиях принимали участие боксеры, добившиеся впоследствии больших успехов в спорте. Традиции достаточно большие. Он еще с советских времен, вот, наш любимый тренер Киселев Леонид Николаевич выступал на этом турнире, на самом первом в том числе. Ну и, ну, конечно, вот приятно, что после того, как прервался турнир и несколько лет не проводился, мы обратились к руководству Омского нефтеперерабатывающего завода, вот, Белявскому Олегу Германовичу. Он пошел навстречу, и теперь турнир проходит ежегодно. Помимо мячей, в турнире приняли участие сильнейшие спортсмены Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. Неплохие, кстати, ребята приехали из Алтайского края, хорошая команда из Ханты-Мансийского округа. Ну, сейчас посмотрим, как финалы только начались, как достойно ли смогут выступить. Я думаю, что дома как бы и зрители, и стены должны помогать. Надеемся на удачное выступление наших спортсменов. Соревнования среди юниоров проходили в 9 весовых категориях. В финальных поединках 7 из них чемпионами стали представители Омской области. Все воспитанники клубов спортивной школы Олимпийского резерва номер 21. Бой прошел отлично. Соперником я ни разу не встречался с ним. Ну, был не такой сложный бой с ним сегодня, на самом деле. В полуфинале посильнее соперник был. Но я сегодня в финале, ну, делал работу свою, все, что мне говорил тренер, папа. Да и все, да, и выиграл, в принципе-то. Забрал концовку в третьем раунде. Все отлично. В двух весовых категориях среди юниоров 17-18 лет первенствовали боксеры Алтайского края. Поединок был довольно упорный. Всегда со своими напарниками трудно боксировать. В полуфинале у меня был хороший, сильный соперник. Тоже призер там Сибирского федерального округа, победитель Омской области. Вот с ним, наверное, был самый трудный бой. В открытом чемпионате области состязались мужчины старше 20 лет. В 4 из 8 финалов в разных весах выиграли амичи. Один из сильнейших боксеров региона, мастер спорта по боксу Ара Габаян, в финале без особых проблем одолел своего земляка Талгата Сарсимбаева. Знал, что соперник какой, тактику боя его вообще. Стоял с ним на парах, на тренировках, на спаррингах. Нормальный спортсмен, молодой, 99-го года, на 3 года младше меня. Но сам тактика боя, что-то получалось, что-то нет. В рамках турнира заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник вручил Салтанат Меденовой удостоверение и знак мастера спорта, а Илье Богатыреву – мастера спорта международного класса. Да я сильно нацеливался, думал, что будет, так тренировался, любил бокс, мне нравилось заниматься. Каждый день, ну, все 100% укладывался, и вот как-то потом попал в сборную России, и потом пошло, завертелось как-то, и Европу выиграл первую, потом вторую, и вот на третью уже выполнил норматив международника.